Ноль. Плохо простит тебя. Как твои дела, пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их, если они будут конструктивны и в тему. Вот. А свои негативы и свою хуйню оставь себе, блядь, у себя в жопе, пидор, сука. Вот. Так что вот такие дела. Вот. Сегодня в выпуске я расскажу о своем епешнике. Хигевальд. Фридом. 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 Вот. Так вот он выглядел. Выглядит это переиздание 2020 года. Сейчас я его... Вот так выглядит дискот. Вот такое издание офигенное. Вот диск. На модели, короче, с Библией. Вот. Я ж рок-звезда, блин. У меня девок полно, миллион. У меня миллион подписчиков, ебаный рот, нахуй. Миллион просмотров каждого ролика. Еханый бабай. Что деньги, блин, от... Дань от жидов с Гугла, блядь. Что они меня, блядь, оплатили деньги на борьбу с ними, блядь. Ебаный рот, блядь. Вот. На борьбу с христианством. Вот. Так сказать, да. Короче, сегодня в выпуске, смотри. Пошутили и хватит, как говорится, да? Не, ну что, миллион у меня подписчиков уже есть, можешь удостовериться, блин. И миллион просмотров у каждого ролика. Я ж, блин, пуп земли нахер тебе. Князь. Князь Орхул. Да. Вот. Все, смотри. Побольше юмора в жизни, блядь. Пока-пока. Кстати, футболочка Хигевальд. Диск стоит 6 баксов, либо 150 гривен. Это если бакс будет падать. А если обнулиться, то цена не будет 6 баксов, как типа 6 гривен, там мало ли, что у нас возможно, все у нас, все может быть, но цена будет 150 гривен минимум, если цены не поднимутся, будет 200, ну, оно того стоит, издание там офигенное, ссылочку я скину, все, пока-пока, подписывайся на канал, будет... Давай сделаем 2 миллиона подписчиков у меня на канале. А лучше 88 миллионов на моем канале подписчиков. 88 миллионов просмотров. Все, пока-пока. Очередной серии Metal TV. Она посвящена моему епешнику проекта Хигевальд. Вот так выглядит релиз. Обложка. Вот так выглядит он внутри. То есть я играл тут на здесь, мол, на барабанах, клавиши, бас и гитары. Это я тексты придумал, также ее на вокале Редослу. Вот так выглядит оформление диска. Там еще буклет. Вот так выглядит оформление альбома. Тут всего две песни. Вот. Эти песни были исполнены на 20-летие Торнапарт 23 ноября 2019 года. Вот. Сейчас этот альбом появится вот здесь, и ты можешь его прослушать.
и просмотреть сканы на этот альбом. Тут красивые все. У меня сейчас красивое издание. Это переиздание 2020 года. Как и предыдущие три серии подряд, кроме Total War. Вот. То старая версия. Ну вот. Концепция альбома — борьба с эпохой рыб. Вот. Христианство — это печь на теле нашего общества. Как и сатанизм, тоже хрень. Вот. Главное — национальные корни. Каждый народ должен возвратиться к своим корням. Знать, кто он, что он. И бдить, чтить наследие своих предков. Вот. Все. Пока-пока. Подписывайся на мой канал. Пока-пока. Купить можно его за $5. Обратившись ко мне на Facebook в личку. Все, пока-пока. И все остальные диски также ты можешь купить, обратившись ко мне в личку на Фейсбуке. Ссылка есть под видео. И также ты можешь купить цифровую версию в формате Wave. Качество 1411 килобит в секунду. Все, пока-пока. Цена также $5 за альбом.